музыкальные вечера на Советской стартовал в Бресте в 2016 году, и с каждым годом он откликался в сердцах жителей и гостей города, обретая все большую и большую популярность. Это пятый юбилейный сезон проекта, прошедший при поддержке Евразийской процессинговой компании. С уверенностью можно сказать, что музыкальный проект стал творческим брендом нашего города, придал некоторую изюминку с ноткой счастья. У нас уже новый формат. Этот формат не просто танцевальные вечера, а музыкальные вечера. Потому что в наших концертах появились тематические произведения. Мы провели серию сольных концертов с нашими солистами. Весь август был. Это Марина Житенева, Наталья Чернякова, Андрей Кунцевич. И вот сейчас мы завершаем эту серию с нашей замечательной солисткой Екатериной Вобищевич. Это вот новый формат, потому что это классическая певица. И у нас будет совершенно другой репертуар. Это лето определенно запомнится брещанам вечерами романса, белорусской песни, французской музыки и оперной поэзии и вальса, а также яркими выступлениями сольных исполнителей. Таким стало и выступление под названием «Эхо любви» талантливой и трогательной до глубины души солистки оркестра Екатерины Вобищевич. Наша профессия вокалиста – это быть на сцене, нести культуру в массы. Поэтому для меня, это такое волнение, трепет и... Это уровень для меня, честно, что я в своем городе для своих жителей, да, для города, жителей города Бреста выступаю, и вот такой масштаб, это большая честь. Особое удовольствие – это наблюдать счастливые лица горожан. Здесь место всем, вовлечены все. Дети танцуют, молодежь наблюдает, а пенсионеры наконец обрели свой маленький еженедельный праздник. Это такой большой повод нарядиться. Каблучки, пиджачки, быть может, это норма для молодежи, но как много это значит для пожилого человека. Очень хорошие мероприятия, которые нам, как бы, таким пенсионерам, куда-то надо уделять, где-то выйти погулять, потанцевать. Известных музыкантов, солисты, вокалисты, специалист, инструментовщик и несменный маэстро Валерий Коваль создавали удивительную атмосферу праздника каждую субботу на протяжении всего лета, а уже 28 августа в 6 часов красиво закроют сезон отчетным концертом. Развитие города в любом случае, по сути. То есть и молодежь тоже к культуре классической музыки привлекать и так далее. Как театр, как часть культурной жизни города, конечно же, такие мероприятия нужны. Точка финальная. Будут лучшие номера у всех наших солистов. Мы покажем всех в одном концерте. Лучшие номера, оркестровые. Поэтому приходите все. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.